Всем привет, ребят! Мы сегодня на аккаунте победителя, но не совсем победителя гильдейского батл роллинга, который я вам показал. В принципе, выпало неплохо. И мы на самом топовом аккаунте, который больше всего получил. Как помните, первый аккаунт у нас донатный. Там есть Огник, и он отказался в пользу Николая. Тут я на этом аккаунте уже раньше трешивал. Думаю, помните этот аккаунт. Интересный аккаунт, куча плюх, куча всего. Без донат, чтобы вы понимали, тут не совсем донатный аккаунт. Вот, мы когда-то в свое время здесь купили Некроса, и сегодня уже здесь есть Огник. Чем поздравляю, обалденнейший герой, и уже в принципе здесь более-менее герои есть. Смотрите, что здесь есть. Лазуля есть, Космо есть, выбили, не хватает вот шапки, нету Вольта, Розы нету, но зато есть куча других героев, в принципе, топовых. Так, окей. Поздравляю, маршал Киев отказался в его пользу. Поехали пробежимся по акциям быстренько. Есть Shopping Spree. Сейчас посмотрим, что там интересного для него можно достать. Так, отлично, плюс. Плюс слизни, это хорошо. Давайте сразу же откроем. Откроем Огника. Так, мне также интересно, что у него по осколкам делается. Не, ну тут еще розу собирать и собирать. Так, понятно. Shopping Spree смотрим. Там оно будет через 20 минут где-то. Да, через 20 минут. 4 попытки есть. Уфу-фу-фу-фу. Ну, что тут такого интересного? В принципе, сам определиться. Вольта жалко нет. Так, окей. С этим разобрались, с этим разобрались. Поехали дальше. Открывать плюшечки. Так, поехали на Вольта изначально. Где алтарь? Бесплатная попытка есть. Так, вот наш Огник. Есть 10 коробочек. Так, утекание. Для него утекание нафиг не надо. Так, а что у нас Космо? Космо с Огненкой. Так, утекание, череп тут с утеканием. Махатма я не наблюдаю. Чем фиг его знает. Так, Фрейка, доспех. Я думаю, можно Фрейе поставить. Давайте сейчас попробуем еще. Так, СУ. Тут все с пятерками. Так, 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 так. Ну да, блин, ну что за прикол? То чувство, когда коробки улетают в никуда, ну его нафиг. Так, поехали, плюшки пооткрываем. Бум, 110. 110, 130 мне все равно не хватит. Он сам определится уже, что ему надо. Так, открываем шестые. 10 коробок, чары, отлично. О, теперь можно развлекаться коробочками. А, это, блин, я там тоже на том аккаунте. Ну, еще кучу
получили плюх. Так. Поехали сюда. Поехали искать талант для Огника. Так, ну тут по талантам у него проблем в основе нет. СО стоят. Что еще надо? Так, ладно, с Каменка, да, на смене. Можно было бы, кстати, СО туда, что не посмотрел, что Химка с печальным талантиком. Так, что-то Родин какой-то у него убийственный. Так, это Лазуля, которого мы недавно вытащили. Космо. И на дерево ремочка надо. Ну, сейчас попробуем что-то вытащить. Есть. Отличненько. Так, где там его Ронька? Так, Руня готов. Стойкость. Ну, можно пока поставить вот так вот. Блин, ну давайте уже нормальные таланты, сколько можно. Так, Фрея. Фрея тоже в печали. Как и Огник. Ну куда этот бег? Вы издеваетесь, что ли? Вот, вот так вот должно быть. Поставим так. Вот, вот, вот оно, ребятушки, вот оно. Блин, и тут выбор. Ну я, наверное, на Лазулю поставлю. Тут варианты, конечно, есть еще. Я думаю, сейчас мы что-то вытащим. Надо было и на дерево, в принципе, поставить. Но до дерева дойдет очередь. Так, разбросик. Можно сюда поставить. Нафиг не надо. И вы как скажете, бля, посливал кучу талантов. Я никогда просто так не сливаю. Так, это тоже подождет. Подождет Космо у нас. Еще не время Космо. Так, огненько можно вот так сделать. Блин, я пока сделаю на Космо вот так. Блин, у нас не упала ремка, водушка. Обидно. Обидненько. Так. Блин, да что такое? Откуда этих берсов столько падает? Вот оно, ребятушки. Вот оно, блин. Я даже не знаю. Смотрите, три ремки вытащили. Это реально жестко. Так, что у него тут вообще творится по героям? Атлант. Ну, я думаю, Атлант однозначно заслуживает ремки. А вы лепите лайк, ребятушки. Это мега трешачок. Так, опять берс. Ну нафига мне ваши берсы? Ну, посмотрите, что делается. Просто жесть. Берсы, берсы. Кому эти берсы нужны? Так, Рибит. Вот так вот, ребят. Вот так вот делается. Все дела на аккаунтах. Капец, вот это мы ремок натащили. Я офигею. Я вот даже задумался, что делать с этой ремкой. Рон ремочный есть. Вот что с ней делать? Просто аут. Блин, может все-таки оставить на Космо. Ремку, пусть будет ремка. Вот даже не знаю, что делать.
тут же все более-менее с такими нормальными талантами. Можно, конечно, потрешивать, еще на льдяху поставить. Ладно, я оставлю для него, пусть сам определится. Это будет, думаю, правильное решение. Так, что у нас тут? Что у нас тут скажет наш Огник? А Огник у нас скажет thank you. Вот так вот, ребятушки. Такой вот трешечок. Пишите комменты, что вы думаете. Как обычно, ставьте лайки, репостики, пишите, делайте все, что хотите. Всем удачи, всем такого же везения с ремками. Всем пока.